действительно о том, как взаимодействует город и университет друг с другом, как, прежде всего, университет увеличивает пространство содержательной дискуссии, интересных событий. Первый городской университет возник в середине 19 века, в викторианскую эпоху, когда бурная промышленная революция, свершившаяся в это время в Лондоне, привлекла огромное количество людей из провинции, которые, значит, очень неприлично себя вели. И королева Виктория говорит, ну, надо создавать городской университет, который и обеспечивает появление иных онтологических картин у прибывающего населения Лондона. В исторической действительности есть еще одна функция городского университета, которая проявилась несколько иным образом. Уже после смерти инициатора и основателя Альфонса Шанявского появляется Московский городской народный университет, где большая часть слушателей – это просто люди, свободно приходящие и слушающие разные курсы. Хотят они получить диплом, и чтобы эти курсы зачитывались для получения диплома, пожалуйста, получают. Не хотят – не получают. Ну вот Лев Семенович Выгодский, Сергей Есенин, они закончили этот университет. Не только выполнение некоторых внешних заказов, но и такая проактивная позиция в отношении городского сообщества, которое само себя возделывает. Мы 5 лет назад придумали такой праздник, который изначально сделали как городской. Это праздник День Вышки. Концепция праздника состояла в том, что люди добрые, приходите с детьми, с мужьями, студенты, выпускники, школьники, абитуриенты. Приходите. Вот в этот день мы делаем весь парк Горького кампусом под открытым небом, куда выводим все свои активности. Вы можете прийти и посмотреть, что мы из себя представляем. Как мы учим, как развлекаемся, какие у нас студенческие организации. Мы стали запускать лекционные курсы на разных площадках города. Я, с своей стороны, рад, что в одном из таких проектов меня пригласили поучаствовать. Это проект «Пластилин», который реализует Московский городской педуниверситет, да, где открытые лекции для всех желающих по самым разным направлениям. Ну, я выступал как представитель Думы, есть писатели, есть актеры, есть люди, занимающиеся наукой и так далее. Мы представляем Московский городской педагогический университет. Это такая идея создать 100 кейсов о том, как может быть использовано городское пространство учителем. В какой-то момент птицы сорвались в небо и отразились в лужах. И тут ее осенило, почему Пастернак написал именно так, почему грачи сорвутся в лужи, собственно, что им там делать. А на самом деле это не грачи срываются в лужи, а отражение их. То есть птицы поднимаются в небо и отражаются в воде. Своим ребятам она на уроке рассказала об этом ярком впечатлении, которое она пережила по дороге на этот урок. И предложила им поискать в стихах других поэтов Серебряного века пейзажи, которые можно было бы найти в современном городе. Нафотографировать таких пейзажей, которые помогли бы вот, ну, представить реальную картину того, что изображено в стихотворении. Нам было важно зафиксировать тот результат, который происходит с учителем, когда он находит эту идею. Вообще в последнее время очень приятно осознавать, что такие выставки образования, салоны образования становятся все более контентными, очень объемными по материалу, что той информации, которая распространяется на таких выставках, на таких салонах образования, пользуется практически каждый житель города. То есть и для детей, и для педагогов, и для родителей, и для научного сообщества. Там всегда можно найти что-то интересное, полезное.